На татами состязались команды Сочи, Краснодара, Новороссийска, а также Белореченского, Отрадненского, Тбилисского и Кореновского районов. Сборная Сочи завоевала 24 медали, из них 13 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Чемпионами в своих весовых категориях стали Александр Хрипченко, Георгий Чуклинов, Егор Тернов, Николай Санакоев, Мария Авдеева, Артем Соколовский, Павел Самульцев, Милара Авагимян, Ольга Авдеева и Екатерина Поликашина. Несмотря на то, что для нас этот вид единоборств новый, мы собрали довольно большой урожай золотых наград турнира. И с гордостью будем представлять наш родной город и край в целом на чемпионате и первенстве России. Надеемся, что в ближайшее время в спортивных школах в Сочи появится отделение джиу-джитсу, поскольку джиу-джитсу используется популярностью, а заслуженные спортивные звания пока в зачет курорта не идут. Джиу-джитсу – искусство рукопашного боя, основным принципом которого является мягкая, податливая техника движений. Основной принцип джиу-джитсу – не идти на прямое противостояние, чтобы победить, не сопротивляться, а уступать натиску противника, лишь направляя его действия в нужную сторону, до тех пор, пока тот не окажется в ловушке, и тогда обратить силу и действия врага против него самого. Краевой федерации джиу-джитсу всего 2 года, и, как отметили организаторы турнира, рост популярности этого вида японской борьбы только растет.